Мне кажется, потерпели заслужено поражение. Можно быть не по игре, но просто не пользовался своим моментом и очень хорошо начали игру, потом стали нервничать, когда надо было контролировать игру. Очень дешевле пропустили первый гол и тоже с начала второго тайма были хорошие отрезки, контрола игры. Но было видно, что команда стала нервничать последних 15 минут, тогда совсем потеряли контролу на поле. Так, как и сказал, мне кажется, Ростов заслужил победу сегодня, можно быть не по игре, но так, просто пользовался нашими ошибками и там моментами, где мы неправильно принимали решения, а мы тоже не забивали футбол, такая игра, которую надо решать и забивать, когда есть возможности у тебя. Так, у нас есть очень много проблем в команде, не хочу это сказать как изговор или что так, но правда есть очень много травмированных, а там и есть пару игроков, которые вышли на поле, так тоже с проблемами, там практически 2-3 за мене были вынуждены и потом в конце игры упал уровень игры и мне было видно последних 10 минут, что больше шансов у Ростова забить второй, чем у нас забить второй. До этого момента, да, у нас было преимущество, но потом потерялись на поле. Жувагледов, он по травме замена была, да? Ну, там было замена по моим решениям, а было и по состоянию игроков. Понял. И второй вопрос. Отсутствие заявки даже Мурила, он тоже травмирован? Мурила травмирован уже 45 дней. Он отыграл одну игру против Марсея и травмирован. Тоже это одно и то же считается Рибуса, Едвая, Антона Миранчука, Зе Луиша. Тоже Камано пришел на поле сегодня без тренировки последних 7 или 10 дней, поэтому и не играл в Риме. Это молодой Марадашвили. Тоже он боец, он хочу похвалить его, хочу сказать хороших слов ему, поэтому что он боец, но он тоже очень нагружен с момента, когда пришел к нам, и так просто есть там проблема команды. Пабло тоже играл последние две игры не в самом хорошем состоянии, но желание есть, как сказал, можно быть не хватит чуть опыта, терпения, правильных решений. Это все вещи, над которыми надо работать. Когда вы говорите о проблемах, вы в это понятие вкладываете только травмы или что-то еще? Не, я, во-первых, по здоровью команды. Я вообще не хочу обсуждать, как и говорил, как изговори. Перед нами была очень красивая возможность сегодня брать 3 очка и двигаться на вторую позицию, пользоваться очень странный тур вообще русском чемпионате, премьер-лиге. Практически я не знаю результат там в Грозном, но ни один, так сказать, из лидеров не обыграл соперника сегодня, и ни один хозяин не обыграл, это что я знаю перед нашими играми. У нас была супер хорошая возможность, красивая, чтобы двигались вперед, но у нас есть, как сказал, очень много травмированных игроков, и эти, которые, так сказать, живы, которые туда существуют на данный момент, они очень много нагружены с этими играми и путешествиями, дают все силы, но, как видимо, последние 2-3 игры не получается. Надо сейчас восстановиться правильно и собрать этих всех игроков и добавить еще опыта и качества нашей команды.